Всем привет, с вами я, Заза. Продолжаем собирать уникальный транспорт в iCity Stories. Это миссия на Умберто, которая называется Гавана Good Times. Ну, либо ГВН, как-нибудь по-другому, возможно, читается. Но не будем вдаваться в подробности. Итак, мы будем получать вот этот вот зеленый, уникально окрашенный фургончик, по-моему, пони. У него еще и пуленепробиваемые колеса. Говорю сразу, в целом машина не очень сложна, однако, чтобы получить ее как бы легко, нужно знать, ну, возможно, не знать, а использовать определенную тактику, о которой я, естественно, расскажу и покажу. В принципе, я думаю, она вас не составит труда, как бы эта машина для получения, но поверьте, она может и далеко не с первого раза все-таки. Поэтому, если вы нацелены на нее, то советую все-таки слушаться моих советов, потому что, когда я пробовал в первые разы, у меня никогда не получалось, меня постоянно ее взрывали. Ну, что ж, давайте начнем. Итак, для начала мы должны выполнять миссию. Вот, сейчас нам надо убить чолосов тут. Я предлагаю тупо начинать их давить. Потом, как только они заставят вашу машину гореть, ну, то есть начнут уже ее взрывать, тупо остановиться перед ними и отбежать самим. И все, в принципе, они взорвутся все. Ну, либо так вот продолжать давить, если они уж совсем такие тупые, что встают на проезд. И все. Далее мы, опять же, продолжаем проходить миссию. Вот здесь можно собрать патроны. Ну, я уже, как бы, заранее, видите, приготовился. Тут же будут жизни, вон там вот броня лежит. Поэтому, в принципе, ничего сложного я не вижу пока что. Главное не зевать, они появляются там с разных сторон. Но, блин, помните то, что стороны всегда одни и те же, только последовательность бывает разная. Ну, еще и иногда, но это у меня было очень редко, они могут приезжать на машинах. Ну, кто знает. Может быть, сейчас мы это тоже увидим. Так, он побежал с другой стороны. В принципе, ничего сложного я пока что не вижу. Вот единственное, чтобы перезарядочку не забывать. Когда патрон бесконечный, очень сложно ориентироваться на то, сколько у нас осталось до перезарядки. Поэтому советую все-таки следить за этим. И чтобы сделать как бы быструю перезарядку, если можно так сказать, есть еще один такой, ну, секретик, что ли. Я, в принципе, не стану по нему снимать видео, потому что, ну, он очень как бы прост и понятен. Но если кто вдруг не знает, то достаточно всего лишь поменять оружие на какое-либо другое и вернуть его обратно. И тогда сразу же как бы вы типа перезарядите ваше оружие. Это бывает очень полезно, потому что там вот тот же автомат Калашникова довольно долго перезаряжается. Так, так. У нас уже почти заполнилась шкала. С другой стороны побежали. Блин. Хватит перезаряжаться уже. Главное, чтобы эти люди не умерли. Так. Ага. И вот это вот, да. Вообще автомат Калашникова, конечно, хорошее оружие для этой миссии. Но, на мой взгляд, лучше дробовичок какой-нибудь, который с одного выстрела будет убивать. Ну, потому что он будет сносить с ног, сбивать, и это явно упростит. Итак, теперь, старайтесь не очень долго сразу пробегать к машине, потому что сейчас побегут на нас эти чолосы тупые. Вот, и они. Старайтесь получить от этих людей как можно меньше урона. И теперь что нам надо сделать? Нам надо выехать на вот эту главную дорогу, проехать вниз до порта, утопить машину. И как только мы попадем в воду, то есть надо мгновенно выйти из машины, иначе вы и умрете, и миссия провалится, независимо от того, сколько у вас будет жизней. Вся сложность заключается в том, что сейчас появятся машины чел, которые постоянно будут по нам стрелять. И поверьте, они сносят очень быстро вашу машину, и она, скорее всего, взорвется. Поэтому, чтобы они не могли до вас добраться, старайтесь ехать как можно вот тут ближе к воде, вот по зеленой полосе, если можно так сказать, за пальмами. Потому что тогда они, когда поворачивают к вам, они обычно в пальмы бьются. Но, говорю сразу, получается далеко не с первого раза. Так, вначале, ну, выезжаем. Чёртовы машины. Уж от них-то я не хочу получить никакого урона. Так,
Еще советую набрать уж хоть какую-нибудь начальную скорость, чтобы вы успели от них уехать, если они неожиданно появятся. Итак, к сожалению, эта машина не обладает высокими характеристиками, но что поделать. Вот здесь вот начинаем ехать. Как видите, машина Чола, она не смогла особо к нам заехать, хотя они... Вот, видите, она выехала. Поэтому движемся, но помните, перед нами сейчас будет мост, и врезаться в него, соответственно, не надо. То есть нам все-таки придется вот сюда выехать. И тут уже как повезет, может либо машина Чола попасться к вам, либо нет. Вот, продолжаем тут ехать. Если вы едете на большой скорости, то вот они изредка так успевают. Ну, и если они все-таки вас достались, начинайте по ним стрелять. Не ждите, пока они вас взорвут. Вот мне сейчас не повезло, у меня прямо на хвосте, я не могу от него избавиться. Как же от него бы уйти бы? Как-нибудь вот так вот, что ли, хотя бы. Блин, я боюсь, все-таки я сейчас не доеду, но... Черт возьми, попробовать стоит. Так, поворачиваем обратно за пальмы. Может быть, они сейчас врежутся. О, да, врезался, отлично. Как видите, у нас уже машина почти уничтожена. И я боюсь, мы не дотянем. Но, блин... Чертовы чела. Да, к сожалению, это провал. Но ничего, попробуем в следующий раз. Ну что ж, я вернусь, когда вновь буду уже около этой машины. Как я и говорил, получается далеко не с первого раза. Ну что ж, вернусь через секунду. Ну что ж, вот я вновь разобрался с челом. Давайте попробуем вторая попытка. Садимся в фургон. И вновь пытаемся получить как можно меньше урона. Для этого их надо просто переехать. Ну, либо застрелить тоже можно, как вариант. Вторая попытка. Надеюсь, все пройдет удачнее. На этот раз, я думаю, уже ничего объяснять не надо. В принципе, я думаю, черт возьми, вы поняли тактику. Но когда вот так вот вас разворачивает, поверьте, это ужасно. И все-таки тут все-таки играет очень важную роль ваша скорость, иначе просто вас... Ну, затолкают, что ли, даже можно так, наверное, сказать. Потому что сейчас нам надо будет выезжать. И вот в этот момент, так сказать, самый опасный. Блин. Блин. Вот видите, я сам себе проблемы нахожу, просто не знаю как. Все, фургон вновь перевернут. Точнее, перевернут. Как так? Прекрасно. Ну, взрывайся уж. Ой, ну что ж, вернемся вновь, когда я еще раз уже попробую. Ну, такие вот оплошности, ну блин, ну это уж даже просто обидно. Еще и стреляют по мне. Козлы. Ладно, вернусь через секунду. Так, третья попытка. Надеюсь, она будет удачной, ну или хотя бы она будет уже сделана качественнее, потому что вторая попытка у меня провалилась только из-за своей глупости. Блин, я сейчас очень много урона получил от их УЗИшек или из чего они там стреляли, но это очень плохо. Ну ладно, надеюсь, в этот раз я не буду так сильно и жестоко тупить, врезаться в края машин, а потом проезжаться по мосту так, что просто вылетаю, не знаю, как на крышу переворачиваюсь и теряю машину, ну, просто отдаю ее сам. Не то, чтобы меня убили чела, которые действительно очень неплохо на меня нападают, потому что, ну, блин. Потому что, заметьте, они очень хорошо и настырно меня пытаются поймать. Так, выезжаем, все шикарно. Сюда они не должны добраться. А в тот раз мы вроде в первый раз самые, мы ехали вроде по дороге и только потом свернули. Блин, это плохо. Вновь сюда, за пальмы заезжаем. Когда только можем, сразу заезжаем за пальмы. Этот способ дает такой шанс вам, потому что я пробовал ехать по дороге. Поверьте мне, ничего не вышло. Меня все время, блин, где-то в конце пути, ну, вдвоем меня зажали. Ну, чтоб вас всех. Давайте, ну, чуть-чуть осталось доехать. Я не дам вам себя взорвать в третий раз. Не должны это сделать. Вот уже все, поворот налево. Заворачиваем. Да!
Да чтоб тебе тупой грузовик, Янки или кто-то там, придурок, кто тебя водить учил? Видишь же, что я уезжаю тут от мафиози таких местных. Ну что ж, спускаемся в воду и выходим, выходим. Да ладно. Смотрите, я даже не вышел, но я все равно выжил. О, господи, это прекрасно. Не знаю почему, но первый раз, когда я пробовал, я, правда, в другом месте, я хотел у стадиона утопить ее. И там я почему-то умирал, и все, и миссия проваливалась, и машина не оставалась, а сейчас она осталась. То есть, возможно, выходить из нее не обязательно, но на всякий случай уж лучше это сделать. Так, теперь нам надо ее вытолкнуть. Поверьте, это уже не самая сложная часть, возможно, не самая быстрая, но в то же время главное тут не торопиться и сделать все качественно, потому что можно вытолкнуть как всю машину, и тогда все будет хорошо, а можно вытолкнуть только ее отдельную часть, и вы тупо утонете в воде. Я думаю, вы не хотите тонуть в воде, поэтому советую вам особо не торопиться. Так, толкаем. Толкаем машину дальше. Можно вот так вначале одну часть, потом другую. В общем, нам надо водительская часть, вот водительскую, вытолкнуть до такой степени, чтобы мы могли вот так вот стоять уже на земле. Такое у меня бывало. То есть вот мы толкаем. Ну да, более-менее, думаю, хватит, надеюсь, по крайней мере. Нет, стойте, не получается еще. Значит, надо чуть подальше затолкнуть. Я обычно так вот толкал, что аж прям я вставал уже на землю. То есть вот, ну да, приблизительно так. Но здесь задняя часть очень далеко, поэтому надо вот так вот ее втолкнуть. Черт, не попал. Туда протолкнуть. Советую вам все-таки тренироваться, вот так вот толкать машины, не лениться. Потому что если вы захотите в дальнейшем получить какую-то машину, то вам придется толкать и не только здесь выталкивать, ну вот так вот, я думаю, хватит уж точно, а придется толкать по всей воде. Вот это будут сложные машины, на которые надо будет тратить очень много времени. Ну, наконец-то мы получили этот зеленый украшенный, уникально окрашенный пони. Давайте проверим его пуленепробиваемость колес. Как мне многие говорили, что я стреляю по дискам, вот то есть вот так вот, да? Ну, вот смотрите, вот стреляю по шине. Могу стрельнуть вот по этому диску. Могу стрельнуть вообще вот так вот по шине. Я думаю, видно, что это шина. И теперь попробовать проехать. Вот видите, правда, я нанес много урона. Но, как вы видите, нет, ничего не пробито, никакие колеса, все цело. Поэтому не надо писать, что стреляю по дискам. Потому что, по-моему, роли никакой не играет. Тут именно колеса считаются. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока.